путешествий. Zico, Dean and Crush. I love them so much. Я люблю их очень сильно. Ну, Zico не особо, честно сказать, Dean и Crush вообще обожаю. Так что я очень ждала это выступление, лайв. Так что давайте посмотрим. А я не смотрела, так что песни тоже толком не слышала. Классная песня. Давайте послушаем. Вот, это Дин. Да, только я песню слышала. Классная как начало, супер. На английском? Это кто? Син. Он хорошенький такой, классный. Ты же через любую программу учишься. Ну ладно. Это Zico, да? Вот песня. Мне вот когда я начала эту песню слушать, мне именно начало понравилось, а потом... Потом, когда ты слушала, мне то же самое. Я потерпела, я перетерпела и... Я сразу вырубила. Все, кстати, говорят, что Zico здесь не очень сыграла. А теперь я посмотрим. Послушаем полностью песню. Некоторые места хорошие, но в целом... Куна Матата? Что, я не спернил Джико? Куна Матата. Да. Крашка. Вот же. Мне нравится, что они на английском. Я лицо не могу У нее плащ классный, не Дина. Little crush, да? Да. Просто какую-то песню я слушала, не помню какую. Ну, как изумит? Угу. Один пошел. Ну, он пошел, все пошли. Вот это Живую спели так же хорошо, как в записи. Что еще скажешь? То, что Дин красавчик, даже с такой прической. Да я потом переведу с субтитрами. Да ладно, ты еще не можешь до сих пор перевести. Дин so handsome, even this hairstyle. Like a curly ship. But still he's so handsome. What else? Crash is awesome, his voice is unique and very, very beautiful. But it's my own opinion, but Zico's rap was a bit upbeat or downbeat, I don't know, but he didn't do well, I think so. Все будут просто влюблены в твой английский. Да, прям. Окей,
это не важно, английский, главное наша реакция. Да, наша реакция, надеюсь, вам понравилась, потому что нам выступление понравилось, песня офигенная просто, я...